Продолжаем выпуск. Без преувеличения, весь мир тронут историей мальчика из Карагандинского детдома. В англоязычной прессе активно тиражируется рассказ канадской супружеской пары, которая усыновила мальчика 2 месяца назад. 4-летний Кирилл родился без правой руки. Как оказалось, у приемного дедушки мальчика ее тоже нет. Родители запечатлели их первую встречу. Кирилл и его приемный дедушка Крис Фейси встретились в аэропорту, и, как уверяют приемные родители, между ними мгновенно возникла особая связь. Супруги Лесли и Даг Фейси рассказали, что, увидев мальчика 2 года назад, сразу стали считать его своим родным ребенком, в том числе и потому, что в их семье уже был человек с таким же физическим недостатком. Процесс усыновления занял 2 года, и в сентябре они, наконец, смогли забрать Кирилла. Теперь мальчик с семьей живет в городе Парадайз, язык еще не выучил, но особенно охотно общается с приемным дедушкой, рассказали родители.